Наступление весны или Новый год по астрономическому солнечному календарю. Сегодня во всем мире отмечают древний праздник Навруз. Считается, что с этого дня начинается обновление и процветание. На Кавказе этот старинный праздник отмечают уже более 3000 лет. По традиции, накануне люди убирают свои дома, раздают долги и готовят угощения для гостей. В городах и селах пройдут народные гуляния с песнями и танцами. В Дагестане это по-прежнему один из любимых праздников не только для детей, но и для взрослых. Увидеть все многообразие народных традиций можно будет не только в селах. Ежегодно в столице республики Навруз завершается красочными постановками и концертом.